Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Артем Янковский, защитник. Полузащитник в Калуга. Как настроение? Настроение? Ну, не очень, конечно. Если бы, конечно, выиграли, было бы лучше. Забивать надо свои моменты. Да, мы много моментов не забили. Вот. Соперник молодцы, они все компактно, все и в обороне, и в нападении молодцы. Спасибо за игру им отдельно. Спасибо. Да, отлично. У нас хорошая команда. Сегодня не было ведущего игрока. У нас неприятность большая случилась. Он, в общем, у него дефект речи. Хотим ему передать, хотели выиграть сегодня для него, но у нас не получилось. Олежка, мы с тобой. Давай, выздоравливай, крепись. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Ломовцев Алексей, игрок команды «Эркулес». Как настроение, как игра? Да, настроение отличное. Игра тоже сложилась довольно хорошо, хоть и были проблемы с составом. Но результат на табло. Понял. С победой, удачи. Спасибо.